Вот и встретились. Теперь мы все в сборе. Мы хотим знать, что случилось тогда. Что случилось? Было дело. Это кто? А это сестра Ленка. Попросилась переночевать, с дружком поссорилась. Ты есть будешь? Подвиньтесь, бабоньки, замерз я. Красота. Ты что дрожишь? Нет, ничего. Чудная ты сегодня. Я пойду разожгу печь. Сготовлю что-нибудь. К утру будет тепло. Как знаешь. Лобач Иван провокатор. Зязюля, ты всех подозреваешь, даже самого себя. Ну, кто поверит, чем ты докажешь? Его расстреляли. Расстреляли? Вот он из леса. Бежал он. Ты девушка смелая. Дисциплину знаешь. Он вернется в город. Thank you.
Когда он пришел? Недавно. Пошли, выйдем. А я ничего не слышала. Славный мальчик. Волосатый, значит, счастливый. Он кто? Полицай, партизан? Да нет. Так. Гад он. Дура ты, Женька. Ну, иди к нему. Ну, иди. Пошли в сенцы. Да ну вас. Есть что-нибудь выпить? Что молчишь? Ты что, спятила? Вставай. Женя! Тебя приговорили. Повернись. Комитету надо обсудить одно дело. В лесу блокада. Люди голодают. Нужен хлеб. Группа Берули с элеватора предлагает захватить зерно и переправить его в лес. Для этого надо связаться с бригадой «Отчизна». Есть предложение послать Дубовика и Лобача. Выходить надо сегодня же. О встрече договоритесь сами. Общее руководство операции за Дубовиком. Он не пришел меня тогда проводить в лес. Что с Дубовиком?
член подпольного горкома Дубовик, добровольно перешел на сторону Великой Германии. 25-го он выступит в депо с призывом к своим городским и лесным единомышленникам сложить оружие. Я убью его. Это один из руководителей подполья, Олесь Дубовик. Не бейте русских. Русский дорожит своим достоинством. Если его бьют, он никогда этого не забудет. Телесные наказания в России не применяются. Царский режим ненавидели именно потому, что битье кнутом и казнь через повешение были тогда обычным явлением. Большевики хорошо усвоили это. Категорически запретили публичные телесные наказания и казнь через повешение. Сейчас в советской пропаганде много говорится о применении нами в отношении партизан смертной казни через повешение с целью вызвать к немцам такую же ненависть, как к царскому режиму. Из 10 заповедей немецким солдатам. Давай. Мы не питали его и не истязали. Вы видите его живым, здоровым и морально бодрым. Мы говорили с ним языком фактов, только фактов. Когда все наши карты были выложены, а надо сказать, мы ничего от него не скрыли, он вынужден был бросить свои. Он признал себя побежденным и призывает своих городских и лесных единомышленников сложить оружие. Ну не молчи. Ну скажи что-нибудь. Ну не молчи. Ваня! Где ты договорилась встретиться? С ним. В соборе Святого Духа. Привет от покойника. Ладно, старик. Я не ребенок. Давай, потолкуем. Я был в депо. Хотел его убить. Почему не убил? Они одели на него шинель, чтобы не было видно. Сволочи, отбили мочевой пузырь. У него штаны мокрые. Он уже не говорит. Но другие могут сказать. Кто?